Сегодня стало известны итоги проведения конкурса на отбор главы, и вы заработали 48 баллов. Так. Ваши конкуренты Титинков 89 из 90, Корзик 68. На ваш взгляд, это справедливое решение относительно вас? Мне кажется, это решение комиссии. Какое она приняла решение? То есть вы с ним согласны? Ну, если это решение квалифицированной комиссии, которая оценила именно программу, а не что именно то, да. Насколько нам известно, разрабатывали программу развития города Ачинска вы лично сам. То есть вы вникали во все городские проблемы. Не обидно все-таки, что не оценили? Я постарался донести до комиссии все то, что я рассмотрел, разработал, какой план мероприятий подготовил к решению тех или иных программ, то же самое росту социально-экономического положения города Ачинска, развитию города Ачинска, привлечение численности людей сюда, развитие производства, сделать все для предпринимателей, которых сфера деятельности связана с услугами, с производством, все для них условия создать, чтобы они у нас в Ачинске развивались, а не только были МПЗ, РУСАЛ и РЖД. На будущее вдруг еще что-то? Будете заявляться? Вы знаете, я сделал выбор 1,5 года назад, и я от него не отступлюсь. То есть, если выбор сделан, то он сделан. И никак не может быть иначе. Угу. Ну, может, на службу к чиновникам? Я не могу ничего как-то прокомментировать. То есть, пока в перспективах остаетесь в РЖД? Да.